как и нашего фестиваля. Это ансамбль вязкой песни «Старинушка». Основан на базе любительского клуба вязкой песни для ветеранов в 1982 году. Ансамбль является лауреатом областных конкурсов «Лада повязки» в 2011 и в 2013 годах. Ну что ж, встречайте ваших земляков. Ансамбль вязкой песни «Старинушка». Встречайте народный танцевально-хоровой коллектив «Лысь Кутюк», Слободской район, Кировская область. Yeah.
Пение «Алас» — это лауреаты международных конкурсов в составе ансамбля Алан Тимеев, Сырымай Курчимаев и заслуженный артист Российской Федерации Болот Байрышев. Итак, встречайте, группа «Алас» — Республика Алтай. Thank you.
Служащие. В репертуаре авторские и народные фольклорные песни Афанасьевского района, Кировской, Архангельской, Нижегородской и других областей. Ну что, встречайте ваших земляков, народный ансамбль русской народной песни «Вересиночка».